Привет, ктаны, с вами Некотч. В этом видео я вам покажу скрытое мировое задание на архипелаге Золотого Яблока в поисках сокровищ четырех рифов. Для того, чтобы его начать, вы должны пройти шестое задание сюжета на архипелаге Золотого Яблока. Да? Для того, чтобы стартовать этот квест, нам нужно будет взять квестовый итем. Поэтому берем сначала лодочку и плывем вот на этот риф. Приплыв к острову, просто взлетаем вверх. И сверху будет расщелина. А снизу нас в воде поджидают два электрослайма и сундук. Так что, если вдруг у вас особо таких персонажей не овер мощные, то возьмите себе крио персонаж в группу, чтобы хотя бы защитить себя от воды. То урон будете получать знатный, и вас постоянно будет коротить. В прошлом патче я на это уже нарвался. Минус 2 персонажа было после такого захода. Так, здесь нас ждет обычный сундучок. Открываем его. Журнал маршрута 1. Когда с обеих сторон горы покроют деревья в красных листьях, причальте к острову с востока и увидите разрушенный мост. Дойдите до ущелья между горами, которое соединял разрушенный мост, и снова поверните влево. То, что вы ищете, будет под деревом с красными листьями. Так. Значит, первое задание нам нужно телепортироваться опять на точку, где мы стартовали. Подойти к бонсаю. И поставить в бонсае 2-2. Чтобы изменить его на зумовский вид. Теперь берем лодочку. И плывем вот под этим мостом между двумя полугорами. Не знаю, обязательно ли надо плыть. Может быть, можно было просто телепортироваться, но раз в задании сказали, что надо плыть, давайте проплывем. Так, и теперь вот налево дерево с красными листьями. Журнал маршрута 2. Подождите, пока листья станут красно-желтыми, и причальте к острову запада. Вы увидите башню. Следуйте по тропе вверх, что вы ищете, ждет вас в конце. Так. Да, телепортируемся опять к бонсаю. И меняем его на 2-3. Давайте в этот раз просто телепортируемся сюда. Да, спустимся вот на эту часть. И вот у нас третий журнал маршрута. А, сокровище АК-3 уже теперь. Карта, оставленная пиратами Ака Домеки. Секрет того, где спрятано сокровище. Разделили на 4 части и спрятали среди рифов 4 больших островов. Это третий из них. Из этого места проведи окружность радиусом примерно в 16 кораблей. В месте, где пересекутся 4 круга, спрятано сокровище. Аки Домеки — это пират инадзумовский, который был на острове Сарай, типа, его защитником. И, если мне память не изменяет, вроде бы на острове Ватацуми мы тогда решали головоломки с
метками на острове вроде бы тоже были пираты Дамеки. Ну и да, а вот тот кораблик, на котором мы плаваем, он, его душа принадлежала кораблю этих пиратов. Итак, что мы получили? Получили 4 саб-задания в поисках сокровищ 4 рифов. Здесь у нас лежат подсказки. Отправляйтесь на риф Парного острова, поищите подсказки, которые могли оставить пираты. Так, риф Парного острова, это вот этот, скорее всего. Ну, тогда берем где-нибудь самый удобный для нас кораблик и плывем к тому рифу. Ну вот мы подплываем к этому рифу, и здесь нас ждет ворон. Отлично. Да, как я понял, стартовать квест можно где угодно. Так. Поднимаемся обратно наверх к ворону. Давайте-ка я тут заодно активирую. А, нам нужно было наверх. Так. Что, опять путешествие в тумане? Помнится, в 1.6 мы так путешествовали. Народ прям горел с этого всего. Так, по-моему, вот к этому камушку нас отправили. Обойдем ее справа и повернем налево. Окей. Налетим на нее? Ну ладно. На нее, так на нее. Так, к небольшой скале. Резкий поворот налево, иначе мы врежемся в туман. Так, обогнуть риф слева и повернуть направо. Большую тень впереди видите? Не вижу. На северо-восток. Так. Да, мы прошли, значит, загадки острова Пудинга, загадку Парного острова. Теперь... нам нужно... Нужно... Давайте телепортируемся сюда. На изломанный остров. Ну, точнее, на саб-остров изломанного острова. Заберем лодочку. Так, а можно отслеживать цель? А! Даже так... Ну хорошо, давайте поплывем. Почему мне сейчас какие-то странные сообщения начало выдавать по поводу него? Ладно, плывем вот туда, к той скале, которая даже не обозначена на карте. Приплыли мы, значит, к острову. А, и здесь у нас замурованный сундук. Так. Этот цветочек повернем на него. А,
Так оно не попадает. А. Значит. Этот два раза повернули, этот два раза повернули, тот два раза повернули. Теперь наверх лезем. Так, вроде бы это нормально. Вроде бы тоже нормально. Тоже. И вот этот тоже два раза надо повернуть. Сыграем. Угу. Вот мы разблокировали. Третью карту сокровищ. Ну, точнее, первую, но мы начали с третьей. Так, и последний опасный остров. Да, опять находится где-то, черт знает где. Так, приплыли к острову. К рифу опасного острова. Взлетаем вверх, падаем в расщелину. А, тут была горстка камней, ее нужно было разрушить. Так, журнал Фарватера. Оставленные нами вещи до сих пор находятся на этих островах. Мы сказали, что вернемся за ними, но, вероятно, этого не произойдет. Неважно. Сокровища должны достаться тому, кто найдет их первым. Слушайте внимательно. В ясную ночь отправляйтесь прочь от этого рифа и не забывайте смотреть вверх. Продолжайте двигаться вперед, следуя за звездами, пока не увидите созвездие. Затем направляйтесь к месту, где сходится водоворот. Там я оставил одну из четырех подсказок к местонахождению сокровищ. Ну что, все логично. А ночь у нас, правда, вроде бы автоматом. То есть... Здесь прям видно все звездное небо. Я не помню вообще, по моему ощущению, на архипелаге нету дня и ночи. Да, вот у меня сейчас день, но здесь видно все звезды. И я как раз-таки вот заметил там... получается, что... Моновскую печать примерно... Ночью гидропечать какую-то. Созвездие. Плывем под нее. Скала какая-то есть. Так. Ага. Может, действительно одна ночь сменить? Так, эта фигня все равно над нами. А, вот. У скал водоворота. И здесь стоит сундук. Так, четыре подсказки, бла-бла-бла. Непонятно, почему у всех такие большие, такая большая разница в размерах, но да. Значит, сокровище находится здесь, вот это центральный остров, и нам нужно от него будет отплыть. Давайте-ка телепортируемся к центральному острову, бежим к нашей лодочке. Третья. Полная карта сокровищ Акко. Так. Потонуть сейчас было бы не очень прикольно. А вот они, какие-то водовороты здесь. И в центре пузырь. Надо на этот пузырь наступить. Всем своим, всем
брюхом корабля. Как оно там? Облачные ступени, да? Давайте пробежимся по ним. Главное, по всем. А вот нас тут ждет роскошный сундучок. Все, мы забрали сокровища, выполнили задание, получили примагемчики. Ну вот и все, на этом и закончилось задание. Спасибо тем, кто смотрел, удачи вам в Тейвате, еще услышимся, пока!